в школу ты меня позовешь? Ага, и заберу тоже я. Папа! Два самолета врезались в башни Всемирного торгового центра. Учения, что ли, какие? Нет, не учения. 11 сентября ужас сковал весь мир. 19 человек напали на нашу страну. Вы станете первыми, кто даст им отпор. 12 сентября они вызвались на войну. Как можно бросить любимую семью и пойти воевать? У нас 2 часа, давай по-быстрому. Обойдешься. Только так я могу гарантировать, что ты ко мне вернешься. Война кончится через неделю. Неважно, сколько тебя не будет. Главное, вернись. Первый пошел! Второй! Третий! Четвертый! С каждым шагом мы рискуем нарваться на мину, оставшуюся от сотни разных войн. Скорее всего, домой мы вернемся не все. Если не захватим этот город, Нью-Йоркские башни — это только начало. Мы должны довериться генералу Северного Альянса, о котором мы ничего не знаем. Генерал, куда именно мы направляемся? Через горы. Поедем верхом. Кто из вас раньше ездил верхом? В летнем лагере в 9 лет. В колледже, но я был стельком. А имя у нее есть? Класс, весело будет. Продюсер Джерри Брукхаймер. Мы окружены. 50 тысяч талибов и боевиков Аль-Каиды. Подмоги не будет. Я не стану приказывать вам идти в бой. Вы хотите сдаться? Будьте готовы открыть огонь. Не двигайтесь. О, боже. В январе. План действий придется придумывать на ходу. Мы выживем все до одного. 12 солдат подарили нам надежду. У нас лошади, у них танки. Величайшее оружие в истории вот здесь. Если погибнешь, твоя жена хотела бы получить это письмо. Я обещал ей вернуться домой. Кавалерия. Рассекреченная история.